Встреча с серьезным противником. В минувшие выходные саровские хоккеисты приняли на своем льду команду АК из Павлова. Гости не проиграли ни одной игры чемпионата. Хоккейный клуб «Саров» к матчу готовился серьезно и отдавать победу более опытному и сильному сопернику был не намерен. Мы ехали сюда, приехали в усеченном составе, у нас всего два звена. «Саров» всегда дома играет хорошо, результативно, собирает полный дворец, для болельщиков играют, поэтому... Ну, ждали, что будет тяжело. Настраивались на это. Счет открыл «Саров», однако противник не заставил себя долго ждать и сравнял счет в первом периоде. На перерыв ушли со счетом 1-2 в пользу гостей. Второй период болельщиков шайбами не порадовал. АК ушла в оборону, но «Саров» не оставлял попыток атаковать ворота противника. Исход игры решил третий период. На третий период настроились, но первая смена получилась неудачная. Сразу пропустили. И как бы это и повлияло на исход игры. Бросили, можно сказать, играть. Где-то моменты проигрывали, контратаки проигрывали. Ничего не получилось создать. Вот концовку там пытались достать, но еще раз повторюсь, там штанги, вратарь. Им больше повезло, чем нам сегодня. Завершился матч со счетом 1-5 в пользу гостей. Поражение не повлияло на расстановку в турнирной таблице. «Саров» по-прежнему сохраняет лидерские позиции. Для некоторых игроков АКИ саровская ледовая арена практически родная. Вратарь Андрей Суханов играл за «Саров» в ВХЛ. Возвращение «Саров» очень волнительно. Вот, долгое время здесь не был. Вот, уже на подъезде КП родные стены здесь раскальзывали. Литовый сегодняшний игре был замечательный. Болельщики, полный стадион. При таких болельщиках одно удовольствие было играть в хоккей. И я думаю, мы преподнесли сегодня болельщикам хороший хоккей. Две игры отделяют нашу команду от плей-офф. Следующие выходные на выезде «Саров» встретится с принципиальным противником Сеченова, который отстает от нас всего на 2 очка. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко. Служба новостей «Саров-24».